из вас знают, а еще более многие не знают, почему мы все время стебемся над Toyota Mark II и над турервишниками. Машина на самом деле хорошая, но вот есть к ней вопросы. Вот так выглядит Toyota здорового человека. А так выглядит Toyota курильщика. Просто обратите внимание, я не понимаю, как можно до такого дерьма довести машину. Она наполовину не крашеная, у нее нет тупо крыла, у нее разная резина. У нее черный капот, зато у нее гоночные замки. Блядь, это просто жесть. Один дворник. Боже мой, боже мой. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите. Вот зачем вообще? Вот зачем все? Если у тебя вот такая тачка. И что вы мне расскажете, да? Что типа этот трушный пацан? Это, блядь, пацан, который просто... Наверное, может, ты смотришь мою сторис, чувак, но это не серьезно. Ты наездник, понимаешь? Наездник. А я уважаю водителей. Все, короче, нет больше слов. Почему вы мне это пишете? Почему вы такие... Ну, не все, конечно, но вот люди, почему-то, которые просто смотрят и соглашаются со мной, они как бы ничего не пишут. Писать начинают... Я даже не знаю, как вас назвать. Ну, не буду никак называть, чтобы опять не читать какие-то комментарии. Что значит, может быть, у него нет денег на этот Марк, поэтому он на таком ездит? Во-первых, если у тебя нет денег, езди на метро. Во-вторых, это полная чушь. Что значит, в Москве у тебя нет денег? Я, когда у меня не было денег, я, блядь, чувак из обычной семьи, у меня когда не было денег, я работал в Ашане по ночам, растусовывал пельмени по холодильникам, чтобы вы пришли туда на этом марке с вонючим, приехали и пельмешку взяли из удобного места, понимаете? У меня руки были обморожены. У меня не было денег, я так работал, чтобы вложить в тачку. Зачем писать эту херню про то, что нет денег и что у тебя не всех есть возможность? У меня тоже нет возможности. Я из Люберец, у меня мама школьный учитель. Какие возможности, о чем вы мне говорите? Фух, почему так все сложно? Зачем я на это реагирую вообще? Зачем? Мы же 100 раз говорили, не надо реагировать. Так, любители сторис. Ну, короче, у нас с вами, как всегда, на ровном месте замес. Ну, как на ровном. В общем, снял я эту сторис про этот Марк. Конечно же, куча комментариев, куча истерик там. Это вообще все не важно. Важно то, что владелец этого Марка просто оказалась, я не ошибся, оказалась молодая симпатичная девочка, которой, естественно, поскидывали сторис, сказали, что тут какой-то мажор на твой Марк наехал. Она, естественно, в броню. Да кому какое дело, да моей машины, да я вообще попала в ДТП 2 месяца назад, да у меня денег нету, я сейчас работаю, чуть ли не там работала курьером сейчас в офисе, у меня сейчас не до восстановления машины, и вообще за меня все заступились, и, в общем, Никита плохой, и я, значит, она меня назвала в нашем первом общении человек-курильщика, значит, я, говорит, если ты мою машину называешь, не зная меня, курильщиком, значит, ну, в общем, частично она права, все понятно. Но, во-первых, был не вопрос не к конкретной девочке, а к конкретной машине. И вопрос, на самом деле, не уходит. Но! Внимание, сейчас будет самое главное. Что нас с вами, нормальных ребят, отличает от вот этих пиздоболов, которые сидели и за нее заступались? Я говорю, хорошо, за тебя заступались ребята. А где твои ребята были, которые должны были уже давно поставить тебе крылья, покрасить тебе машину, помочь? 800 рублей в Леруа Мерлен стоит укрывочная пленка, 900 рублей стоит покрашенный пистолет на Южном порту, 1000 рублей стоит баллончик, не баллончик, а банка с краской. Короче, ребята, в общем, со Стасей ее так зовут, мы очень прекрасно поговорили по телефону. И я сейчас сделаю то, что никогда раньше не делал. Итак, я официально прошу... какие-либо сервисы, которые готовы вписаться в эту историю. Это реально спонтанная история. Мы просто выяснили, что владелец этой девочки, владелец этого Марка, не какой-то перекуп, не какой-то чмошник, а реально девочка, которая... Причем она мне такую историю рассказала. Она говорит, я этот Марк копила, хотела, он мне как друг. Короче, все отлично, Стася, все отлично.
Да, значит, прошу владельцев сервисов, кто готов в эту историю вписаться. Естественно, мы донатить не будем, это все плохая история, поэтому мы просто что сделаем? Мы восстановим Марк Стасия. Ей нужно поставить крылья, покрасить автомобиль, сделать детейлинг, привести в порядок там чуть-чуть походовочки. В общем, кто готов в эту историю вписаться, мы это официально все осветим и покажем, что вот так происходит жизнь, понимаете? Не вот то, что вы его там защищали, а в том, что мы взяли и сначала кнутом, а потом пряником. Поэтому отпишитесь мне. Я, в принципе, уже догадываюсь, кто это сделает, но вдруг кто-нибудь еще захочет. Поэтому скоро у Стаси будет супер классный Марк и супер классная жизненная история про вот такой вечер воскресенья, когда сначала на нее накинулись, а потом ей помогли.